Привет, мои дорогие! В этом видео я расскажу вам и покажу, как при помощи теней скульптурировать лицо. То есть, как при помощи макияжа делать лицо уже, четче контур. Кому интересно профиль Джоли, кому интересно скулы, да, более ярко выраженные, очерченные. Ну и, конечно же, это наш худенький носик и ровный лоб без морщин. Я буду показывать схематически, то есть так, чтобы вам было понятно, наглядно. Для этого я буду использовать вот такую пудру. Она как раз скульптурирующая у фирмы Amway. Есть такая пудрица. Вот так она выглядит. То есть ей мы обычно делаем именно тени. Она такая жесткая, я долго к ней не могла привыкнуть, потому что прям тень так тень создается. Ну а светлые участки я буду вам показывать при помощи обычного кремика, какой я нашла. Просто буду схематически показывать, где у нас светлые участки. Итак, давайте начнем. Первое. Темные участки. То есть те места на лице, которые необходимо затемнить, чтобы лицо казалось более стройным, более красивым, более четким. Давайте начнем с носика. То есть носик с двух сторон. Я буду стараться жир набрать, чтобы было всем видно. Вот так вот мы ведем, видите, где у меня тень естественная. Вот так вот мы ведем. То есть подчеркиваем. У меня нос немножко кривой от природы. Поэтому не обессудьте. Итак, вот мы сужаем носик. Дальше, что мы делаем со скулами? Видите, у меня естественная линия, где идет, да? Вот выпирающая точка на кости. Мы ее нащупываем. И делаем вот прям под ней. То есть у вас линия от уголка рта должна получиться до верхушки уха вот таким вот образом. Естественно, что в макияже вы это все проделываете, растушевывая, и не так жирно, как я сейчас. Я сейчас схематически вам показываю, где эти тени должны лежать. Вот таким вот образом. Мы подчеркиваем скулы. Дальше. Углы. Вот у нас тень идет по линии подбородка. И там, где у нас косточка, да, которая необходима, чтобы углы Джоли называются, да, чтобы она такая была ярко прочерченная, повторяем эту линию и ведем до подбородка. То есть вот у вас тень должна быть таким образом положена, чтобы лицо казалось прям, ну вот, хорошо прочерчено. Если вам здесь угол нужен больше, то есть прям такой, как, прям реально как у Джоли, то его рисуйте вот прям четенько, да? Четенько. Ну, таким вот образом. Дальше, куда я рекомендую, вот прям, это мой личный совет. Я без него никак никуда и очень долго не могла подобрать визажиста, только потому, что они это не делают. А мне это нужно. То есть для того, чтобы увеличить глаза, мы кладем тень под нижнее веко. Понятно, что не этой пудрой, да, а тенями, но тем не менее, раз уж мы говорим о тенях, то чтобы ваши глаза оказались большими, никогда не забывайте про нижнее веко. Очень многие визажисты почему-то им пренебрегают и его не делают в России. В Америке вроде таких проблем нету, там никто не забывает. Что-то не очень видно. Ну, в общем, вы поняли, да? Чтобы увеличить глазки на общем фоне, когда вы рисуете красивое лицо,
нужно, чтобы они были обязательно и снизу в том числе подчеркнуты. Я уже про верх молчу, то есть вверх тоже. А вверх как кладутся тени? Вот прям тень, да, где нам нужна? Нам нужна тень в уголке глаза, самая темная, какую вы можете себе позволить. И дальше вы ведете тень сверху, вот здесь. То есть, когда вы откроете глаз, вот эта тень верхняя над верхним веком должна быть видна. Таким образом, вы увеличиваете зрительные глаза. Ну и белые. Где мы накладываем белые тени? Сейчас я вам попробую кремиком показать. По аналогии. Мой стоматолог меня убьет. Блин. Крем оказался закрытый. Фокус не удался. Дождите. Сейчас я все исправлю. Так, все, погнали. И вот он наш белый тень. Ну, по логике вещей мы должны белую тень положить на середину носика. Вот таким вот образом мы ведем нашу тень. Дальше над верхней губой. Немножко добавим над, ой, господи, над бровями. Немножко сделаем по центру. Здесь будьте внимательны, да? Вот она, белая тень ваша идет, которая оттеняет углы. Угу. Ну, внутреннее веко, конечно же, внутренний край глаза. Белое у вас должно быть обязательно под бровью. Это все тени. Тенями работаем. Ну и на сами скулы обычно я кладу блеск, но вы должны понимать, что он должен быть светлым. То есть светлый блеск, светлая тень вот здесь вот сверху должна быть. Дальше есть такой лайфхак для тех, кого беспокоят носогубные складки. Белый хайлайтер. Вот таким вот образом мы закрашиваем наши носогубки. Не даем им шанса. И вот так вот оставляем. На шею мы можем немножко побелить. Да, немножко добавить. Ну и чтобы уж скульптурировать лицо, так скульптурировать, я еще рекомендую пройтись по периметру темными тенями. Но совсем чуть-чуть. Я кладу тени, напомню вам, для того, чтобы вы понимали, в какое место, чтобы было видно на видео. Да, а вы уже сами там смотрите по периметру. Все, я красотка. Меня можно выдавать куда-нибудь.
Та-дам!